Красноярском крае на этой неделе началось строительство нефтепровода Куюм-Батайшет. Сварка первого стыка прошла в Богучанском районе, примерно на середине нефтяной магистрали. За этим событием следил лично губернатор края. Окончательная длина сооружения составит 719 километров, а пропускная способность – 15 миллионов тонн нефти в год. Трубопровод соединит новые углеводородные месторождения с магистралью «Восточная Сибирь – Тихий океан». Кстати, эта поездка Льва Кузнецова в Богучанский район стала первой после его возвращения из Франции. Напомню,